История — это не только архив, она живая, она всегда с нами. И в памяти человеческой, и в судьбах людей, живущих по соседству. Чем длиннее за плечами дорога истории, тем чаще нам видится наша молодость. Слепящий веселый, полная нелепого шума, неугомонности, прекрасного товарищества и чистых помыслов. И нет в нашей истории пустяков, и нет мелочей, потому что время не может двигаться вспять. Приглашаем на этот вечер, соединившим всех вас. Ваше воображение приглашаем, ваша фантазия, ваш ум, ваше сердце, вашу память, вашу любовь. Близких вам людей приглашаем, тех, кто есть и кого уже нет. Вашу жизнь приглашаем от юности до нынешнего часа. Событие, которое изменило историю человечества. Народ одной страны сказал: «Хватит! Народа! Заводы и фабрики рабочих! Земля крестьяна! Кто не работает, тот не ест! Дружба, свобода, равенство, братство!» Тысячи молодых людей поверили в идеалы советской власти. И на первом съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи по инициативе Владимира Ильича Ленина была создана новая, доселе неизвестная организация «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи». Это случилось 29 октября 1918 года. Откуда ты, молодость?
будешь ты миру? Днем завтрашним буду. А где ты гнездишься? На кручах надежды. А кто тебе чужды? Глупцы и невежды. А кто твоей молодости в жизни герой? Все странно однодумцы со временем трое. Чем в мире дороги твои знамениты? Они не болоки, они не силы. А где начинаются эти дороги? А там, где отцов отпечатались ноги. Сравнима любовь твоя с чем в настоящем? Сравнима с огнем, она вечно горящая. Какого ты молодость племени рода? Я кровная дочка родного народа. А на каком говоришь языке ты? На том, на котором ответы на веты. На том, на котором не высказать мести. Чем славен язык твой? Основами чести. А песня какая с тобой неразлучна? Где мужество нежность взрывает созвучно? Зачем тебе это? Что пелось сердечно. А молода будешь ты? Долго ли? Вечно! Москвою рекой услыхать соловья на рассвете, только нам по душе непокой. Мы сурового времени дети, комсомольцы-добровольцы, ведены нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать. Поднимайся в небесную высь, опускайся в глубины земли. Очень вовремя мы родились, где бы мы ни были с нами, Россия. Комсомольцы-добровольцы, ведены нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, дороги такой. Все, что есть, испытаем на свете, чтобы дома над нашей рекой услыхать соловья на рассвете. Комсомольцы-добровольцы, ведены нашей верною дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно, открывать. Комсомольцы-добровольцы, надо верить, любить беззаветно, видеть солнце порой предрассветно, и только так можно счастье найти.
народ и вожди. Строители бомстроя, Атамаша, да и всего, друзья, не перечесть. Мы строили и песни пели наши, что помогали верить, жить и гореть. Корчагин Павка был для нас примером, и закалялась сталь в лихом бою. И родину любить мы так умели, что за нее отдали жизнь свою. Мы возводили не прогресс и домный, и Волгодонск, как вешний сад, цветет. Мы памяти достойны, и комсомол у нас в сердцах живет. Комсок, а не укрепился ты?
нас желторотов получали. А что прикажете с вами делать? Это что, яйца учат курицы, что ли? Революция! Тема неповторима. И потом, главное думать о главном! И тогда все получится. Мы из тех горожан, у которых на бумстрое юность в сердце зажглась будто порох и просилась у партии в строй. Вместе с нами в палатке, как дома, со штабным телефонным звонком, ни на час, по примеру парткома, не смолкал комсомольский горком. С каменистого дна котлованов, с тяжким грузом работы завод, день и ночь по ступенечкам планов поднимались мы, строя город-завод. Наши с ленинским профилем знамя становя во дворе заводском. Зяв ты с нами и парился с нами на ветру комсомольский горком. На Камерике в 1929 году родился молодой и красивый город по указанию, как тогда говорили, партии правительства. Здесь закипела всесоюзная комсомольская стройка и начал возводиться целлюлозно-бумажный комбинат. Именно на строительстве Краснокамского комбината, а впоследствии города, проявился талант руководителя Сергея Александровича Доронина, одного из первых секретарей Краснокамского горкома РКСР. Он был, как и многие, с той стремительной и во всем уже теперь понятной эпохи, вечно бедной, но гордой, изменившей систему координат во всем мире, став примером честности, бескомпромиссности, верности слову и делу. Нужно научиться работать красиво. Дай телу принуждение, глазам управление, мыслям сосредоточие. Тогда и ум свеселится, будешь трудиться пылко и охотно. Слова, которые для Доронина стали девизом в работе. Уважаемый Сергей Александрович, за крепкую хозяйственную руку и волевой характер. Он был напористый, целеустремленный и имел огромную поддержку в обкоме. Он многое привнес в организацию комсомольских ячеек на предприятиях города. По воспоминанию очевидцев тех событий, у него был квалифицированный, сбалансированный во всех зрениях работоспособный горком. Но пришло время, и подули страшные стальные ветры 1937 года. Год террора и многомиллионных жертв. Доронина Сергея Александровича, 1909 года рождения, арестовали 17 декабря 1937 года. Осужден и расстрелян 15 августа 1938. Ему было 29 лет. Летела яростная эпоха. Так сказал один поэт, когда давал оценку историческому прошлому своей страны. И он прав. Эпоха, в которой суждено было прожить Сергею Александровичу Доронину, действительно мчалась стремительно и безжалостно, притормаживая полет лучших из лучших.
Закон великого комсомольского товарищества. Познал ли радость ночных споров? Готов ли, как мы, отдать жизнь за бессмертное ленинское дело? Знаем! Стремимся! Мечтаем! Комсомольские вожаки, как танка, вырвали сердце из груди и осветили путь будущим поколениям, поддерживая их самые дерзновенные идеи. Комсомольские вожаки? А кто они? Самое, что ни на есть, счастливые люди. Потому что многое успели сделать в жизни для общества. Самое, что ни на есть, удачливые люди. Потому что и до сих пор их память хранит только яркие моменты комсомольской юности. Для многих из них комсомольская работа стала призванием. А призвание было их работой. Работа была такая, учить молодых летать. Без крыльев не забывает, чем выше, тем проще упасть. Работа была такая, не зная порой сна, хранить чистоту мироздания и судьбу людей от зла. Работа была такая, в ней нет ни расценок, ни норм. Туда и сюда летаешь, бросает, как в сильный шторм. Вот для такой работы людям полезным быть. Учили других в полетах правильным курсом плыть. Комсомольские вожаки 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. Кто они? Многие из вас знают их очень хорошо. И именно сегодня, в честь празднования столетия комсомола, хочется назвать их по именам. 1961 по 1992 года секретарями Краснокамского горкома ВЛКСМ были Владимир Тараненко, Владимир Сатинаев, Анатолий Афанасьев, Виктор Круглов, Юрий Зиганч, Валентина Галушкина, Владлен Калачев, Алевтина Жданова, Раиса Соснина, а также секретарями заведующие отделом учащейся молодежи в тот период были Людмила Пономарева и Нина Дятлика, Елена Червонная, Аркадий Илюнков, Анатолий Фоминых, Валентина Захваткина, Михаил Малышев, Константин Писарев, Сергей Пермяков, Наталья Артемьева, Владимир Куликов, Владимир Миханош, Елена Пермякова, Марина Реутова, Елена Бычкова, Александр Машковцев и Надежда Попова. Наверное, нет ничего удивительного, что и после комсомола эти люди нашли достойное место в жизни, и здесь не надо искать никаких тайных причин. Эти люди были и останутся лидерами. Мы знаем, что сегодня в зале присутствуют секретари, которых мы сейчас называли. Мы просим вас подняться с ваших мест. Прошу, аплодисменты всего зала. Смелее! Мы хотим видеть вас в лицо. Примите, пожалуйста, аплодисменты всех присутствующих. Эти цветы для вас. Thank you.
практически во всех рабочих, учебных, творческих коллективах промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, образовании и здравоохранении. Прописка Краснокамского комсомола – это трудовые коллективы города. Вы все писали заявление о вступлении в ЛКСМ. Прошу принять меня в комсомол, так как хочу активно участвовать в строительстве коммунизма. Сегодня мы все участники другого радикального строительства в нашей стране. Но это не мешает вам помнить то самое хорошее, что было в той далекой прекрасной молодости. Заводские комитеты комсомола, вы здесь? Вы с нами? Да! А что если нам сегодня в честь юбилея, провернуть такую некую перекличку комсомольских организаций и комитетов? Дорогие друзья, вы согласны? Да! Настрой боевой? Давайте это проверим. Приступают переклички первичных организаций и городских комсомольских комитетов. Аппарат Краснокамского горкома комсомола. Здесь! Выше руки, помашите нам! Комсомольская организация Краснокамской бумажной фабрики «Газнак» здесь? Бумажная фабрика «Газнак» всегда отличалась дружественным товариществом. Комсомольская организация Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината. Yeah! Комсомольская организация завода металлических сеток. Вы здесь? Yeah! Комсомольская организация совхозов Краснокамского района. Yeah! Здесь, точно? А если погромче? По-комсомольски? Вот это уже другое дело. Комсомольская организация образовательных учреждений города и района. Вы с нами? Комсомольская организация МГДУ и УТТ. Комсомольская организация торговых предприятий города и района. С нами? Точно? Не обманывайте! Здесь мы не слышим. Хорошо. Комсомольская организация Краснокамского здравоохранения. Комсомольские организации других предприятий города, тех, кого мы не назвали, на которых работали, как все перечисленные ваши организации. Кого мы еще упустили? Вы с нами? Я думаю, здесь весь зал может взорваться криками «Ура!» и общими аплодисментами. Вы становитесь все старше, а встречаетесь все реже. Только в юбилеи наши собирайтесь, как прежде. И тогда, забыв про возраст, свою юность вспоминаете. И как раньше в комсомоле свои песни запеваете. Так споем же, комсомольцы, песни лучшие на свете. Посмотрите, даже солнце, как и в юности вам, светит. Дорогие друзья, уважаемые комсомольцы, мы предлагаем эту песню спеть одной большой и дружной командой. А кто слова забыл, внимание на экран. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь свою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. В тебе судьбу мою держи, в тебе одной меня суди. Команда молодости нашей, команда без которой не жить. Трава на стадионах зеленеет,
что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой нам не жить. Финалы! Тебе судьбу мою вершить! А дальше? Тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой не жить. Еще поем! Домой, 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 домой.
Она живет в делах и свершениях сегодняшних дней и зримо встает перед глазами. Славные комсомольские традиции, одной из которых были ударные комсомольские стройки и славные трудовые почины. Взглянем на карту только Пермской области. Березники, Соликамск, Чайковский, Добрянка, Краснокамск. Вот только далеко не полный перечень ударных комсомольских строек, своеобразных адресов комсомольского подвига. Комсомольские ударные стройки и почины комсомольцев Краснокамска. Мы готовы их назвать. 1932 год. Строительство Камского целлюлозно-бумажного комбината. Комсомстрой – это магнитострой бумажной промышленности. 1938 год. Комсомольцами Краснокамска подхвачен почин Алексея Стаханова. На предприятиях города широкомасштабно началось стахановское движение. 1940-е годы. Строительство ТЭЦ – нефтеперерабатывающего завода, учреждений соцпитбыта. 1956 год. Первый отряд из 120 человек сформирован для отправки на освоение целинных земель. Командир отряда – член бюро городского комитета ВЛКСМ Виктор Мусолин. 1958 год. В городе сдан первый комсомольско-молодежный дом по улице Большевицкой. 1961 год. Комсомольские организации Краснокамска, включившись во всесоюзный поход комсомольцев и молодежи, за личный вклад в 7 лет внес в комсомольскую копилку более 600 тысяч рублей. 1970-80-е годы. Молодежи города было подано более 200 раз предложений. На встрече 60-летнему юбилею Великого Октября комсомольцами-бумажниками выработан эшелон сверхплановой бумаги для молодежных издательств. Завершено строительство свинокомплекса, впоследствии ставших завхозом Пермский. Сдан хирургический корпус городской больницы. Пущено в работу производство Краснокамской макаронной фабрики. Городской дом пионеров открывает свои двери Краснокамской республики Красногалстычной. Идет активное строительство и сдача первых домов молодежно-жилищного комплекса в Краснокамске.
своей неугомонной работой, всем своим существованием комсомол вписал в историю города его предприятий высокие, приподнимающие, возвышающиеся трудовые традиции. Историческая страничка. Год 1978. Ребята, нас, краснокамцев, комсомольцев, 7 тысяч человек. Мы силища, нам все по плечу. Старший брат, поручи нам дело. И будь уверен, мы сделаем. Сегодня 42 комсомольско-молодежных коллектива города выполняют государственный план и социалистические обязательства. Наши достижения в работе делают жизнь города краше, счастливее. Молодцы, молодежь. Все верно говорите. Правильно. Время нам диктует. Время нам советует сделать нашу родину, нашу малую родину, наш любимый город еще краше, еще богаче. И сегодня мы принимаем в ряды трудовой семьи юных краснокамцев-комсомольцев к торжественному обряду. Посвящение в рабочий класс. Приготовиться! К труду внести. Право внести факел творческого отношения к труду и обратиться к будущим рабочим предоставилось рабочей бригаде Стригунова с Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината, выдавшей сверхплана комсомольский эшелон бумаги 2000 тонн. Бригада награждена знаменем ЦК ВЛКСМ, Герой пятилеток, ветераны труда, лучшему комсомольскому молодежному коллективу. Пожалуйста. Я рада поздравить вас с этим знаменательным событием. И по этому поводу у меня родились стихи. К великому счастью возносит планету народа великого труд. И вам, молодым, принимать эстафету из крепких мозолистых рук. Так пусть ваши руки труда не боятся, и грудь привыкает к ветрам. Перроны межзвездных космических станций придется застраивать вам. Факел творческого отношения к труду передать молодежи. Нефтяники, строители, вступая в ряды рабочего класса, перед факелом обещаем отдать все свои силы и энергию на благо великой Родины. В совершенстве осваивать свою профессию, внедряя в производство все новое и передовое. Беречь как зеницу ока рабочую честь и ничем не запятнать ее. Клянемся, клянемся, клянемся. Неподкупный знаком. Может, я только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно. И юность ушедшая прощай.
лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит без следа. Yeah.
Возвращайся, возвращайся, а там у глиной границы, ты могу я в белом вальсе
Большинство солдат той войны, как и нам сейчас, не перевалило еще за 20. Они так же, как и мы, хотели взять на жизнь только самое лучшее. Отчасти беззаботно смотреть в будущее, жить в настоящем и быть всегда в гуще всех событий. Но время выбрало их, и они оправдали это время. А некоторые из них ценой собственной жизни. Афганская война забрала лучших из лучших. В военкоматах, в личных делах призывников графе «партийная принадлежность» было обязательным слово «комсомолец». Интернациональный долг в далеком Кабуле выполнял ограниченный контингент, основу которого составляли комсомольцы одной большой страны. Ходят по ней на дне.
Портреты героев той войны. Воины-интернационалисты нашего города. Краснокамцы, комсомольцы. Гвардии рядовой Евгений Анатольевич Конин, 1963 года рождения. Погиб 30 января 1984 года. Гвардии рядовой Ваганов Вадим Васильевич, 1965 года рождения. Погиб 25 января 1986 года. Гвардии сержант Петр Владимирович Жарков, 1960 года рождения. Погиб 17 октября 1981 года. Гвардии рядовой. Гвардии сержант, прошу прощения. Вадим Вячеславович Титаренко. Родился в 1962 году, а погиб 21 июля 1982 году. Гвардии рядовой Игорь Николаевич Иволгин, 1963 года рождения. Умер 29 декабря 1991 года от заболевания, полученного во время воинской службы. Отдадим дань памяти погибших в афганской войне, ребятам, которые уже навсегда останутся молодыми.
страницы истории Краснокамска. Сколько за его 80-летнюю историю произошло хорошего? Одной такой страницей был комсомол. Эта организация дала путевку в жизнь огромному числу замечательных людей, ставших впоследствии учеными, директорами школ и различных предприятий, организаций, предпринимателями, деятелями культуры и искусства. И стало уже доброй традицией в День города чествовать нашу элиту почетных граждан города Краснокамска. В их жизни были все этапы становления личности. И школа с ее звонким пионерским детством, и комсомольская юность с походами, кострами, палатками, упорным трудом и социалистическим соревнованием. И уверенная зрелость с профессионализмом на трудовом поприще и признанием городского сообщества, их активной общественной работы. Уважаемые почетные граждане нашего города, мы просим вас подняться со своих мест прямо сейчас. Вам громкие и неслабые аплодисменты. Примите в честь нашей сегодняшней праздничной встречи эти цветы. Долгих лет вам жизни, человеческого оптимизма и, конечно, здоровья. Каждую осень город отмечает свой день рождения. Это праздник, который вот уже много лет традиционно отмечается с особой любовью. Ведь нельзя не любить место, в котором живешь, учишься, работаешь. Город, с чьим именем многие из вас связали свою судьбу и будущее близких. Сегодня всех нас пришли поздравить уважаемые люди нашего города. И мы с удовольствием приглашаем их на сцену. Мы приглашаем на сцену депутата Законодательного собрания Пермского края Юрия Владимировича Чечеткина, заместителя главы Краснокамского муниципального района Надежду Михайловну Попову, председателя Краснокамской городской думы Юрия Михайловича Трухина, исполняющий обязанности главы Краснокамского городского поселения Наталью Владимировну Загоршенскую, Юрий Владимирович, прошу вам слово. Добрый вечер, уважаемые краснокамцы, дорогие друзья. Приветствую поздравления с юбилеем города. Совсем недавно это случилось, 7 октября. Ну и, конечно, большим грандиозным юбилеем великой организации комсомола. Сам я в 76-м году вступил в комсомольскую организацию. И сам думаю, что наше поколение было воспитано как раз на ярких примерах комсомольцев. Начиная с гражданской войны, первых строек, Великой Отечественной войны. Мы все знали Павла Корчагина, литературных героев. Мы знали Александра Матросова, молодогвардейцев, очень много-много других ярких таких личностей, которыми гордилась вся страна. Вот, к сожалению, время прошло, и в 91-м году организация прекратила существование. Но все мы, все люди, кто когда-то надел комсомольский значок, думают, огонь хранит, и та песня, когда поют «Я расстанусь с комсомолом», я думаю, это как раз даже то, что комсомола не стало, мы все равно будем вечно молодыми, потому что мы были комсомольцами, потому что мы прожили замечательное время. С праздником, с юбилеем! Еще хочу сказать, что ровно 10 лет назад, когда Краснокамск праздновал 70-летний юбилей, родился один проект «Имена в истории Краснокамска». Так вот, сегодня главный герой – это комсомол. Все в городе связано с этим именем. С юбилеем еще раз. Спасибо большое, Юрий Владимирович. Надежда Михайловна, вам слово. Добрый вечер, дорогие краснокамцы, дорогие комсомольцы. Комсомол – это время нашей юности. Мы были молодыми и счастливыми. Мы работали, дружили, любили. И в судьбу каждого вошел комсомол. У многих жизнь началась с него, и связав свою жизнь с комсомолом, мы пронесли частицу романтики через всю нашу
жизни. И сегодня, дорогие мои, я с радостью поздравляю нас всех с большим праздником, столетием комсомольской организации. И поэтому, наверное, когда мы встречаем друг друга, встречаем друзей своей комсомольской юности, мы так счастливы. И поэтому мы так счастливы сегодня, встретив друг друга в этом зале. И хочется сказать большое спасибо всем организаторам этого чудесного праздника. С праздником, дорогие! Спасибо большое. Юрий Михайлович, прошу вас слово. Дорогие красноканцы, сегодня историческая дата, 80 лет городу, много это или мало, если расценивать с точки зрения человеческой жизни, то 80 – это много, да, зрелый возраст, это уже и мудрость, и жизненный опыт. Если сравнивать с точки зрения городской жизни, может быть и мало, но зато это какие годы. Зародился город еще в Советском Союзе, сейчас уже совсем другое время, но на его годы развития выпала и война, и перестройка. Город гордится своими жителями, очень много светлых голов есть, и день праздник города – это и праздник всех жителей, и бумажников, и металлоткачей, газнаковцев, нефтяников, и многих других профессий. Верю, что все мы с вами будем работать на благо нашего города, чтобы он стал краше и уютнее. Ну и 100 лет комсомола. У всех комсомольцев память своя. Был страшный даже, может, момент в жизни, сложный. Но про нешествие лет в памяти они сейчас уже почти милые. Поэтому поздравлять праздник комсомола обязательно надо всех друг друга. Потому что комсомол – это была сильная школа жизни. С праздником! Спасибо большое, Юрий Михайлович. Наталья Владимировна, приглашаю вас в микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы с вами отмечаем два праздника. Праздник 80-летия города совпал с праздником столетия со дня образования комсомола. И это не случайно. История города Краснокамска навеки связана с комсомольцами и с комсомольской стройкой. Дорогие друзья, комсомольцы, сегодня цвет настроения красный. От всей души поздравляю вас с праздником счастья, здоровья, комсомольского задора для выполнения всех ваших желаний. Спасибо большое. Спасибо нашим многоуважаемым гостям. Приглашаем занять места в зрительном зале. Большое спасибо за поздравления и теплые слова. Дорогие друзья, еще один приятный момент нашего вечера. В соответствии с уставом Краснокамского городского поселения, положением о звании почетный гражданин города Краснокамска, утвержденным решением Думы Краснокамского городского поселения от 21 августа 2014 года за номером 57, на основании ходатайства Общественного совета Краснокамского отделения Всероссийского общества «Дети войны», представление Краснокамского городского суда, решением Думы Краснокамского городского поселения от 30 августа 2018 года за большой личный вклад в осуществление правосудия и совершенствование судебной системы в городе, общественную деятельность по оказанию юридической помощи, защите гражданских прав жителей города Краснокамска, присвоить звание «Почетный гражданин города Краснокамска» председателю Краснокамского городского суда в отставке Брониславе Иосифовне Фещенко. Слава Иосифовна, мы с нетерпением ждем вас на сцене. Пожалуйста, проходите в центр. Сегодня это ваш торжественный и праздничный момент. Свидетельство, нагрудный знак и почетную ленту вам вручают исполняющая обязанности главы Краснокамского городского поселения Наталья Владимировна Загоршельская.
примите искренние поздравления. Конечно, эти цветы тоже вам. Уважаемые зрители, дорогие комсомольцы, прошу вас бурными аплодисментами поздравить за почетное присвоение, за присвоение звания почетного гражданина города Бронислава Иосифовна. Очень приятно. Спортивно-оздоровительный комплекс бумажной фабрики «Казна». Дорогие друзья, сегодня в нашем зале присутствует супруга Александра Федоровича Рябова, Галина Дмитриевна. Галина Дмитриевна, поднимитесь, пожалуйста, с вашего места. Вместе с Александром Федоровичем они прожили 45 лет. Галина Дмитриевна, эти аплодисменты для вас и в память о вашем муже. Примите эти цветы. Спасибо, что вы сегодня с нами. Много интересных судеб было в истории Краснокамска. Но об этом человеке хочется сказать особо. Валерий Александрович Чудинов, почетный гражданин города Краснокамска. Он жил в нашем городе с 1968 года и работал вторым секретарем Краснокамского горкома КПСС, а с 75 по 90-е годы председателем Краснокамского горисполкома. За годы его работы председателем введены в эксплуатацию женская консультация, хирургический и терапевтический корпус горбольницы, дом пионеров и много жилых домов. На основании обращения Краснокамской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, поддержанной депутатом Законодательного собрания Пермского края Юрием Владимировичем Чечеткиным и земским собранием Краснокамского муниципального района, Думой Краснокамского городского поселения принято решение о воздвижении мемориальной доски в память о Валерии Александровиче Чудинове. Мемориальная доска будет установлена в декабре 2018 года. Наши общие аплодисменты. В знак уважения этому прекрасному человеку. Дорогие друзья, в день рождения нашего города и славный юбилей комсомола много добрых и хороших новостей приходит в адрес и общественных организаций города, об одной из которых мы скажем сейчас особо. Краснокамская районная общественная организация ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. С января месяца 2019 года Краснокамск переходит на цифровое телевидение. И сегодня с этой сцены мы даем старт этому событию в нашем городе. А также Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телерадиосеть» дарит Совету ветеранов города цифровую приставку к телевизору. Для вручения подарка на сцену приглашается главный инженер «Российской телерадиосети» Александр Алексеевич Горбунов. И председатель Совета ветеранов
Надежда Максимовна Пищальникова. Александр Алексеевич, прошу, вам слово. Добрый вечер, друзья. В этот праздничный вечер мне очень приятно поздравить всех краснокамцев с юбилеем города, с 80-летием, а также всех комсомольцев города Краснокамска со столетним юбилеем комсомола. Сегодня я хочу поздравить Союз ветеранов Краснокамского района с праздником и вручить цифровую приставку для того, чтобы уже сегодня данная общественная организация в лице Надежды Максимовны могли в полной мере оценить все качество предоставляемых телевизионных услуг в городе Краснокамске, как и в Пермском крае. С праздником вас! Но огромное спасибо. Мы оценим их заботу о нас и им непременно позвоним. Спасибо большое. Приглашаем занять место в зрительном зале. Дамы и господа, дорогие друзья, товарищи, Оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию города Краснокамска и столетию ВЛКСМ, выражает слова благодарности. Администрации Краснокамского муниципального района, администрации города Краснокамска, депутатам Законодательного собрания Пермского края Юрию Владимировичу Чечеткину и Игорю Юрьевичу Малых, руководству целлюлозно-бумажного комбината «КАМА», индивидуальному предпринимателю Надежде Михайловне Бойко, творческому коллективу Дворца культуры «Газнака», компании «Лайтмастер» город Пермь, директору департамента видеоотдела компании «Лайтмастер» Давиду Абашеву и лично Виктору Бегунову и Наталье Алексеевой, студентам Пермского государственного института культуры кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, руководитель старший преподаватель кафедры и художественный руководитель ДК «Газнака» Павел Геннадьевич Волигов. Руководству школы номер один, руководителям образцового вокально-хореографического ансамбля «Веснушки» районного дворца культуры Елене Кочневой и Марине Куртасовой. И всем ветеранам комсомола, принявшим активное участие в подготовке и проведении вечера. Дорогие друзья, и напоследок. Хочется еще раз сказать, что праздник у нас сегодня с вами двойной. Не случайно наша встреча называется «Комсомольская судьба Краснокамска. Страницы истории». Школу комсомола прошло все взрослое поколение последних десятилетий. Поэтому столетие ВЛКСМ и 80-летие нашего любимого города как одной из ударных строек комсомола мы отмечаем как один большой и единый праздник. Oh!
дорогие комсомольцы, от всей души поздравляем вас с великим юбилеем! Процветание нашему городу, а вам, жители, молодости, души!